очень для вас точно народу. Но присутствуют и славянские, и скандинавские ребята. То есть, например, такие как шаровары, рубаха и шлем, который был распространен на территории славянского населения. Также в моем доспехе присутствует сабля, специально для конного боя. Так же, как и все-таки я, наверное, кавалерист, но вот что у меня нет такого. У меня есть два раба. Также в моем костюме это элементы венгерского стиля, то есть это ташка, венгерская кафтан, который одет по венгерской моде. Самое главное, что мне больше всего нравится в моем комплекте, это, конечно, сапоги. Эти сапоги найдены в Новгороде. Я думаю, что, конечно, на самом деле ему нравится хозяин этих сапог, в первую очередь. А, ну да, я сам. Сапоги сделаны замечательным мастером Виктором Белозовым. Да, это руководитель клуба, поэтому вы только что наблюдали мелкий покрываш. Ну и, вот, принципе, видите, уже сказано, да, что же бонусы заработаны. В принципе, да. Ну вот надо еще сказать, наверное, что элементы какой-то кочевой культуры тоже присутствуют. Это сабля, да, венгерская ташка. Да, во что рабы одеты? Почему рабы-то пояс оставили серебряными накладками? Как можно сказать? Ну и так, кто у нас следующий участник? Кто? С кого начнем? Ну давайте. Я представитель западных славян. Живу я на острове Руяне. И, соответственно, из племени Руян. Так как я славянка, вы на мне можете наблюдать многослойность одежды, то есть два платья. Я из достаточно обеспеченной семьи. Мой отец занимается торговлей и приводит мне разные очень интересные украшения. Собственно, у меня есть византийские подвески, муравийские височники. Но как славянка по легиону отличительно именно височники. То есть вот именно S-образные, они очень в нашем регионе. Соответственно, оттенок ткани показывает, что действительно обеспеченная семья. Вот, и из последних, соответственно, подарков отца, вот, мне даже выставил шкурку, которую я еще не придумала, как оформить. Да, большая просьба участникам поворачиваться по кругу, такое небольшое дефиле делать, а то никто не видит. Вот, наблюдает только одну сторону костюма. Вот, соответственно, ткань тоже, это шелк, шерсть шелком и, соответственно, по региону. Как-то так. Большое спасибо. Итак, вот у нас клуб какой? Аркона. Клуб Аркона, город Москва? Я клуб Аркона не видел уже, наверное, лет там 15. Так, и кто у нас следующий участник будет? Здравствуйте, мой костюм из шведского города Лирки, купеческого торгового города. Состоит он из нижней льняной длинной рубахи, верхней шерстяной хангерка. Хангеров украшен индиго, такой достаточно приличный нарядный краситель, поэтому я решила его украсить всячески. Это здесь шелковый кан, крашеный марины шелк, и повесила много.